Отправить документы за границу в сети UPS очень просто. Мы находимся на сайте сервиса «Международная доставка». Он позволяет отправлять пакеты в сети UPS в любую страну мира. Например, доставка документов в Европу стоит 1150 гривен в любую страну. Для того, чтобы отправить, необходимо зайти на страницу UPS, проверить в тарифах, какая стоимость отправки документов. Первая колонка – это документы до полукилограмма, которые помещаются в конверт. Это 100 листов бумаги формата А4, либо документы меньшего размера. Страны ближней Европы стоят 1150 гривен. Перечень стран есть ниже. Вот во все эти страны можно за эту цену отправить любые документы, которые помещаются в конверт. Для того, чтобы сделать отправку, необходимо позвонить в рабочее время по телефону, указанному на сайте, или в любое время отправить сообщение на Viber, в котором указать, куда приехать курьеру и с кем связаться, обязательно с указанием номером телефона отправителя, вызвать курьера, отдать курьеру документы, оформить авианакладную, в которой указать адрес получателя с индексом и контактным номером телефона, и подождать 1-3 дня, пока документы долетят по назначению. При отправлении отправитель получает авианакладную международного образца, в которой указан номер, по которому можно отслеживать это отправление на международном официальном сайте, ссылка на которое указана на сервисе в соответствующем разделе, называется трекинг. При нажатии на этот трекинг осуществляется переход на официальный сайт международной сети, в котором, введя в окошко трекинга номер вашего отправления, отправитель видит все подробности по движению груза. Видит, что груз доставлен, когда доставлен, куда доставлен и кто получил.